Дорогие друзья, мы с вами на этой неделе вспоминали икону Божией Матери «Достойная есть». И вчера вот у нас был Ануфрий Великий и благоверная княжна Анна Кашинская. Вот, а сегодня у нас память мученицы Антонины, среди прочих. Вот сегодня у нас 26 июня. Всем привет, с вами я, Тимофей, Артблюд, Ортодокс. Мы про Анну Кашинскую с вами уже говорили, и я вам обещал подробнее рассказать, когда будет ее память. Вот она у нас вчера была, и вот, пользуясь случаем, догоняем прошедшее время. Она была дочерью ростовского князя Дмитрия Борисовича, и в 1294 году стала супругой великого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского, который в Орде у нас мученически погиб. Подвиг такой совершил 22 ноября 1318 года. Вот. И она удалилась в Тверской Софийский монастырь, постригшись в монашество с именем Ефросиния. Вот. По просьбе своего сына, кашинского князя Василия Михайловича, она перешла на жительство Кашинский Успенский монастырь и приняла схиму с именем Анна. Кроме Василия, у святой Анны было еще три сына – Дмитрий, Александр и Константин. Князь Дмитрий Михайлович, грозные очи, у него так было, называли его, был убит в Орде 15 сентября 1325 года. А Александр Михайлович с сыном Федором 29 октября 1339 года. Вот. Сама преподобная скончалась 2 октября 1338 года, была похоронена в Кашинском Успенском монастыре. А вскоре над ее гробом стали происходить чудеса исцеления. Вот. И на соборе в 1649 году ее причислили к лику святых. Но уже в 1677 году ее почитание было упразднено в связи с обострением старообрядческого раскола, так как старообрядцы использовали имя Анны Кашинской в своих целях, потому что она лежала в гробу вот так с двухперстным перстосложением, так называемым. Вот. И старообрядцы говорили, вот почему же вы заставляете нас вот так креститься, вот же Анна Кашинская святая лежит вот так, и мощи ее были закрыты, и она была деканонизирована. Это первый случай в русской истории, чтобы святого извергли из лика сана святых. Вот. Однако почитание святой Анны Кашинской в Тверской епархии сохранялось, и тверские епископы этому не препятствовали. Писались иконы, устраивались крестные ходы. И я, кстати, даже сам на этом месте был, где Стрелка, река Волга и там то место, где, откуда она провожала на мученическую гибель своего супруга, князя Михаила Тверского. Вот. Устраивались крестные ходы. До сих пор, кстати, там есть крестные ходы к месту прощания. Вот. И велась запись исцеления до 1746 года. Но уже в 1818 году Святейший Синод решил включить имя Анны Кашинской в Мессезаслово, а в 1899-1901 году началась негласная подготовка к восстановлению церковного почитания. В частности, возобновилась запись исцелений и иных чудес. И к восстановлению и почитанию ее приложила очень много усилий лично великая княгиня Елизавета. Вот. И 12 июня 1909 года было совершено ее вторичное прославление на
картинках, которые я вот выложу к этому видео, вы можете посмотреть прекрасный монумент. И вот всем советую посетить замечательный город Кашин. Вот мне там довелось побывать. Очень красивый уездный городок. Просто потрясающее количество храмов. Очень таких красивых, трогательных. Вот. Всем привет. До новых встреч. А это вот у нас Святая Мученица Антонина, которую память мы празднуем сегодня.